Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни. И хорошее, и плохое тоже стресс, только разный по степени воздействия. Избежать его практически невозможно. А можно ли ужиться? Больше половины почти 10-тысячного коллектива «Газпром. Добыча на дым» – вахтовики. Работа вдали от дома – тоже стресс. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом. Ищите впечатления, которыми вы поделитесь с семьей. И вы повысите стрессоустойчивость. Вечный день тоже может вызвать стресс. Впереди сезон белых ночей, который может вызвать бессонницу. Есть такой гормон – мелатонин. Он вырабатывается в темноте. Его нехватка ведет к различным нарушениям, в том числе эндокринным. Что делать? Задергивать шторы, использовать повязку для сна. Смена климата – всегда стресс для организма и удар по иммунной системе. Если вам предстоит кардинальная смена часового пояса, начните готовить свой организм примерно за неделю. Закаляйтесь, принимайте поливитаминные комплексы и не перегружайте желудок тяжелой едой. Жить в одной комнате с коллегами тоже может быть непросто. Один хочет читать книгу, второй – смотреть телевизор, а третий – спать. Что делать? Искать компромиссы, занимать свободное время увлечениями, искать единомышленников. А вообще, почаще улыбайтесь, и тогда любой стресс будет обходить вас стороной.